Городские власти совместно с ГИБДД постоянно борются с хаотичной парковкой в центре города. Но даже запрещающие знаки не мешают автолюбителям оставлять автомобили на улицах Горького, на улице Свободы, тем самым не только нарушать правила дорожного движения, но и мешать проезду других автомобилей. Автомобили даже в относительно спокойное для городской дорожной сети время движутся медленно, аккуратно, потому что припаркованные вдоль тротуаров транспортные средства становятся причиной значительного сужения дорожного полотна. В час пик улица Свободы, улица Горького и вовсе останавливаются. При этом автолюбители, оставляя транспорт на дороге, не обращают внимания ни на знак «Остановка запрещена», ни на знак, регламентирующий остановку почетным-нечетным числам. Скажем, сегодня 26 сентября, но мы видим припаркованные автомобили под знаком, разрешающим здесь стоять только по нечетным числам. Паркую машину, где придется. Иногда даже попадала под гаишников, что мы из поликлиники вот выходим с детской, а нас почти эвакуируют. Где паркуетесь и как относитесь к тем, кто паркуется под запрещающими знаками? Очень негативно. Паркуюсь, как положено, по правилам. Запрещающие знаки, люди все равно останавливаются. Ты тоже наверняка так делаешь, но у людей нет выхода просто. Получается, что так? Да, так и получается. Все неудобно, все ужасно. Это не для нашего города еще такая тема. Не доросли. Все понятно. Будем нарушать дальше. Да, так и есть. Ну и платить штраф. Одним из методов решения проблемы парковок является вот такое устройство – паркомат. Вы можете оплатить парковочное место и не бояться, что ваш автомобиль будет эвакуирован. Действительно, паркоматы появились в городе и функционируют уже около месяца. Они должны немного облегчить как груз проблем автомобилистов, которым при оплате парковочного места не нужно судорожно искать, где оставить машину, так и разгрузить движение по центру, освободив улицы от хаотично наставленных машин. Как на самом деле паркоматы справляются со своей задачей, мы решили узнать у автолюбителей. Вы часто паркоматом пользуетесь? В первый раз. Решит ли это проблему хаотичной парковки в центре? Да я как-то не знаю, я в город не выезжаю часто. А если бы не было этого паркомата, где бы парковались? Где место свободное есть. Во всем мире все это сделано, и все работает, и все хорошо. Я бы не против была даже платных парковок. То есть вот мы сейчас припарковались на место для инвалидов, потому что встать больше некуда. Но у нас безвыходная ситуация, потому что нам нужно идти на прием к врачу. Парковка ужасная, не работает паркомат очень часто. Приложение, которое сделано, тоже неудобное, потому что деньги списываются не с карточки, а с телефонного счета. Если там минус, а у всех там минус, там минус 2000, минус 3, деньги не списываются. Очень часто зависает, подъезжаешь, а там оно крутится, крутится, в общем, стоишь, тем временем время проходит, ходит парень, все щелкает, и ты думаешь о том, что все, мой штраф. Вот, так однажды просрочил на 5 минут из-за того, что паркомат был занят. Меня сфоткали, я им звоню, говорю, ребят, так и так вот просрочил, собственно говоря, что делать? Мы ничего не знаем, звоните туда-то. Звоню туда-то, в управление там какими-то парковками, там тоже не знаю, звоните сюда. В общем, я бы сказал, какой-то бардак. Лучше бы брали на входе 100 рублей и выписывали бы квитанцию по старинке. Вот и получается, что сами автолюбители и рады бы не нарушать, парковаться в положенных местах и даже платить за парковку. Вот только тех самых положенных мест для них так и нет.